Привет, ребята, вы на канале Сахалос, и прежде чем оценить нашего подписчика ТТ Минка, мы бы хотели обратиться к подписчикам, которые ранее просили их оценить. Ребят, кто-то пишет, что уже в друзьях, и пишет тот ник, которого у меня в друзьях не существует. Это раз. Либо пишет такой код друга, который не ищется. И еще есть некоторые, точно так же, вот тут мне написали, да, оцените, пожалуйста, ник Frozen. Ввожу код друга, пишет друг у вас в друзьях, но с таким ником друга у меня тоже нет. Простите, пожалуйста, как мне вас найти? Если вы в ходе игры поменяли ник, сообщите, пожалуйста. Ну а мы приступаем к оценке подписчика ТТ Минка. Уже вижу, у него есть эпический карабас на растениях. Ну а мы пойдем с обратной стороны с небожителей. Чтобы самое интересное было на загадку. И тут пусто. Ха-ха. Так, погнали дальше. Пока не очень много. Подписчик их заполняет. Надеюсь, ты заполнишь всех. Пойдемте на святилище магии. Так, здесь украшения есть уже симпатично, вижу. Есть чародейчики. Ну, они так кучненько у тебя стоят все. Ты так красиво украсил остров и все в кучку столкал. За что ты их так? Так, остров мифов. Тут есть только обрияник пока только. Не вижу, к сожалению. Кто? А, Стромбонин вижу. Вижу, что ты пытаешься кальпризы вывести. Посмотрим остров эфира. Ну, как этот остров новый, понятно, что... Так, вот тут классненько. Тут есть редкий церебро. Есть церебро со скином. Есть редкий сварливир. Есть... редкая диода. Редкий жужжук. Есть хамелеон. Шопа, паукулеле. Буду. Гардуза. Этот лисакс, небулоп и вот этот, как его там, с гармошкой, который... Волтобрюх. И куча дипстеров у него, смотри. Мне нравится этот остров. Ой, ой, и остров растений есть зеркальный. Посмотрим сразу его тоже. Ой. Прикольно. Тут есть мамонт, есть смычорок, редкий вужас, 9 макпи и 9 этих, смотри. Какие макпи? Это Парлсон. А, Парлсон, да. И 9 этих, как их. Как его зовут-то, господи, твоего друга? Это не знаю. А что, видишь, как ты запомнишь? Это корона, просто корона, понятно. Что у нас на сезоночке есть много кого есть. Дуже дуденца.
Есть, да, черника, фейерверкер, хабала-хабала. Есть этот, господи, Йолли, пузаец, хула, буга-буга, жвербена или как он там? Жвербена? Жвербен. Короче, этот гамонка и джем сборы. И тут справа есть черника есть. Вот это Саня. Одесса! Бупы поняли сейчас. Одесса! Так. Тут есть хабушеки. 7-8 штук. Все на месте. Есть редкий этот, господи, какой. Диджей, редкий осьмидуб. И редкий твой любимый зерномех. Так. Редкая лягаха. Редкий пализатор, редкий барабанный. Есть хлопающие. Клавовера. Угу. Я забыла оценить этот остров, конечно. Так, бежим дальше. Остров фей. Редкий мамонт. Не очень много печек для еды стоят на острые. На всех островах похож. Тут прикольно они расставлены. Здесь есть редкий фанглер. Два кликоглаза, два терминума. Симпатично расставлены они так. Пап-пап-пап-пап-пап. Тут есть типическая тоже оставлено симпатично. Два будет. Редкий шнобель. Редкий клавный. Кулды-колобас. Редкая уталапа. Кстати, на всех почти островах есть гостиницы. Куда он прячет своих монстриков? Редкая колючка, редкая ловотёлка, редкий барабанин. Скинна дружка, скинна барабанин. Ой, господи, мягко. Не на барабанин, а на господи. На стегобаку, простите, пожалуйста. Два круга. На острове Земли есть два слабона. Две хулы. Редкая зелынка, редкий помпон. Тумпики редкие. Редкий жужжук в центре стоит. Есть карабас. Вместо того, что еще пока не очень большой замок, не забрило. Но... сильно радуется. Сказал поляна. Не сам. Классно. Видишь, видишь, пока такие так. Замки. Есть редкая губка, тоже есть карабас обычный, редкая диода, вот так сделать, это плохо видно, редкий клавный, редкая лягаха, барабамин, маркастюк и пиков пока нету, надеюсь будут,
Хэпки Смиту. Так, на воздухе тоже есть карабас. Есть серебро, есть редкая эпическая хула, два словуна, стравок, подселщик, редкий барабан. Ну, тоже не очень много редких. Что-то их совсем тут нет. Вон там лопата, вижу, редкая стоит сбоку. А, есть еще и обычная хула. И совсем нет эпиков. Где же они все спрятались? Так, редкий тумпа. Редкий брюшок. Йолли. Редкий йолли. Редкая губка. Сорлиоир. Словуны. Осьминога совсем не видно. И тоже есть уже карабас. Простите, пожалуйста, у нас вылетела игра почему-то. Странно. Что случилось? Ну ладно, извините, почему-то My Singing Mouse не хочет работать. Извините, пожалуйста. Почему? Извините, сейчас мы вернемся обратно. Обратно. У нас еще осталось остров растений. Наши больше нет. Потом пойдем на остров Интере. Вот он, эпический карабас. Легкий гуджуб. Костюм на словунок. Классно. Это то, что мне нравится. Я теперь понимаю, где все монстры. Все здесь. Вот. Так, остров Интере посмотрим. Тут такого тёпа. На острове Золото. Два карабаса на острове Золото. Вот тебе понятно, где редкие все монстры, а вот тут карабас вставлен. Спереди тоже стоят редкие эпики. Редкие эпики. Эпатично, много монстров. Много редких. Позиции послушаем. Тут есть пузырь в костюме, холь в костюме. В общем, все сезонные в костюмах. Где? Зато все сезонные в костюмах. Где моя любимая? Давай. Нет, это твоя любимая. Ему нравится это. Ну и посмотрим племя. Что такое племя?
Шока эпических монстров маловато у тебя, конечно. Надеюсь, ты еще наделаешь. Нажимаем вступить. Эпический. Почему кнопка не нажимает? Давай я расскажу, что происходит. Вы уже есть время, ведь вышло. В общем, выводи еще эпических редких монстров, которых у тебя нету. Ну, заполняй редких карабасиков на других островах. Ну, а вы были на канале Сахалос. Не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайк под этим видео. Всем пока-пока! Всем пока!